Не знаю. Ну. Панч. Я знаю, что это. Берут одного человечка, другого человечка и... Заново что-то. Например, шагать. Это заболевание. Инфляция. Инфляция. Я пишу олимпиады по обществознаниям, я знаю, что это. Это обесценивание денег. Я знаю, что это такое, да. Да. Инфляция. Инфляция – это, блин, я знаю, что это такое, но как это объяснить? Инфляция – это какое-то изменение денежное. Денежное изменение. Инфляция. Наверное, когда какое-нибудь кровоизлияние в организме. Не знаю. Или что-то и берут из организма какой-нибудь орган. Какой ужас. Какой ужас. Я знаю, что это такое. Инфляция. Сейчас. Я на самом деле никогда не понимала это слово. Инфляция – это когда нет денег у населения. Это, наверное, получится. Получение информации. Вот так вот. Я знаю, что это, но не знаю, как это. Люстра такая. С... Поливать цветы. Появлением ребенка, так скажем. Инфляция. Это когда, по-моему... О, господи, как ужасно, этого не знать. Это когда цены поднимаются. Нет? Ну ладно. Флексить, я знаю, это делать хайповые вещи, короче. Это танцевать? Флексить, если честно, мне кажется, это какое-то движение молодежной рэп-тусовки, типа обозначающее что-то такое движение вроде бы. Вроде называется это так. Флекс, это та, танцевать так, из игры одной, из Фортнайта. Ну, это я знаю само слово, это делать движение вот такое, да. Флексить. Мое любимое сну. Флексить – это когда человек танцует, причем очень быстро танцует, по-разному танцует. Может приседать, может прыгать, хоть бегать. В принципе, это и есть флексить. Ой, флексить – это, по-моему, делать что-то вот такое. Это как бы красить, значит. Это такой танец. Флексить. Насколько я знаю, флексить – это значит… Блин, нет, теперь я не знаю, фиксировать, а нет, флексить, это вроде бы про гибкость. Флекс. Это флекс. Это модное словечко, оно означает танцевать. Это такая связь, которую придумали в Австралии, чтобы переписываться только с одним человеком. Флексить – это какое-то такое слово, как мне кажется, означающее немножко думать, задумываться, как-то так вот легко и жизнерадостно, может быть, не совсем жизнерадостно идти по жизни. Это когда танцует. Флексить. Мой сын подросток так делает. Руками, ногами они так танцуют. Кофе брейк. Не знаю, может какой-нибудь вид кофе, наверное. Наверное, вид кофе. Кофе брейк. Это такое кафе. Ну, я так думаю. А перерыв на кофе? Или на что-либо поесть, отвлечься? Наверное, какой-то перерыв с кофе, когда питерские эти панки, не панки. Короче, обычные люди приходят просто кофе попить. Кафе-брейк. Ну, не знаю, кафе там, где сцена, и там, допустим, определенные люди нанятые танцуют брейк-данс. Ну, это когда ты пьешь кофе. Можно так сказать.
Кофе-брейк – это, ну, логично, наверное, пауза, когда люди устраивают себе небольшое чаепитие во время рабочего дня. Кофе-брейк – это кофейный брейк. Танцующая кофе. Это выпустили такой новый вид кофе. Кофе-брейк – это замечательное время, когда все идут попить кофейку, чайку, отдохнуть, короче, на 15 минут. Это там, где пьют кофе и… Кофе-брейк. Перерыв. Все, больше нечем об этом говорить. Идут все на кофе, пить кофе. Хейтер – это человек, который ненавидит какого-то другого человека и проявляет к нему неуважение и пытается как-то другим навязать человека этого, сказать, что он плохой и так далее. Хейтер. Хейтер – это человек, который ненавидит всех и… Хейтер – это название вулкана. Это вот у ютуберов бывают хейтеры – это те, кто… хейтят канал, то есть там ставят дизлайки, пишут в комментариях, что это что-то очень плохое, и им, в общем, ну, делают что-то плохое для кого-то. Хейтер. Хейтер – это, мне кажется, каждый второй пользователь в сети, который ненавидит все и, ну, считает нужным высказать свое мнение по поводу каждого вопроса. А ну, хейтер есть. Хейтер – это тот, который либо в Ютубе… ну, которые оскорбляют людей, которые банят всяких людей в интернете. Хейтер. Ну, это все, что это я. То, что тот человек, который все ненавидит. Ну, большинство. Хейтер – это, ну, тот же самый ютубер. Ой, ютубер. Хейтер – это плохой человек, который оскорбляет, человек, который что-то снимает или что-то делает. Он это оскорбляет, обзывает, его сам обзывают. Поэтому как-то так. Так, хейтер, ну это тот, кто вас ненавидит, не любит, и комменты вам злостные пишет. Хейтер. Человек, который пишет плохие комментарии и отзывы. Хейтер – это когда какой-то чувак или кто-нибудь, который постоянно одного человека достает. Хейтер – когда человек, который выплескивает негатив. Человек, который пишет негативные комментарии, ненавидит тебя из сети. А вот хейт, слово значит ненавидит. Это тот, кто досаждает всем. Это плохой человек. Милота, годнота и просто классный контент. Подписывайся на Ньюм.